Друзья, всем привет! На связи, как всегда, CloudGeo. Как вы уже могли понять из этого видео, сегодня будем говорить про проекты, которые аналогичны Grass'у. Соответственно, мы сможем получить примерно похожий дроп. Давайте без воды сразу приступим к делу. Перед тем, как показать вам новый проект, хотелось бы кратенько подвести итоги по Grass'у. У меня получилось заработать $2255. То есть, в целом, я дропом доволен. Мог заработать даже еще больше, если бы попридержал токены. Но результатом я доволен, как, думаю, и большинство. Именно по этой причине и говорим о новых проектах, которые очень схожи с Grass'ом. И первый проект называется Gradient Network. Как мы видим, в него уже проинвестировали такие ребята, как Pantera Capital. Он также, как и Grass, будет располагаться на блокчейне Solana. И самое интересное, это то, что сейчас мы в него заходим в самой первой фазе, грубо говоря, то есть самые ранние пользователи. И возвращаясь к тому же Grass'у, я хочу отметить то, что когда заходили в Grass, самые первые ребята, они получили наибольшее количество поинтов по отношению к другим эпохам. То есть первые эпохи вознаграждались намного больше, чем все последующие. И в этом проекте, в проекте Gradient, у нас будет преимущество, если мы зайдем прямо сейчас. Тут здесь мега простая. Авторизовываемся через свою почту Google. Кто хочет, можете сразу поменять тему на темную. После чего нам нужно зайти во вкладку профиль. И здесь нужно обязательно подвязать свой Twitter, а также свой Discord. После этого мы возвращаемся во вкладку Overview и нажимаем Click to Join. И тут нам предлагают скачать расширение этого проекта. Все точно так же, как и в проекте Grass. Вы его скачиваете, вы его устанавливаете, и она появляется у вас вот здесь. Сейчас у меня захват окна, и вы его не видите, но я приложу сюда скриншот, чтобы вы могли понимать, как это все выглядит. В целом, это все, что нужно сделать. Нужно просто подключить эту ноду, и после этого нужно будет просто фармить поинты этого проекта, которые позже будут эквивалентны каким-то токенам, которые будут эквивалентны каким-то деньгам. То есть все точно так же, как и в проекте Grass. Важно отметить, если вы переходите по ссылке в описании, у вас сразу будет дополнительный буст 2%. И кроме того, мы можем здесь войти во вкладку Rewards, и здесь у нас будет дополнительные задания, которые могут давать нам экспу. Чем больше у нас экспы, тем быстрее мы качаем уровни, которые дают нам буст. Чем больше буста, тем больше поинтов в этом проекте мы с вами сможем майнить. В целом все просто, и это все, что нужно сделать. Никаких вложений не требуется, просто заходим, регистрируемся, авторизуемся и постепенно майним эти поинты. У кого остались фермы от Grass'а, пусть они просто так не простаивают, и загоняйте все свои фермы под этот проект. Так или иначе, это все равно на дистанции будет очень выгодно. Едем дальше. Следующий проект, который тоже очень сильно схож с Grass'ом, называется NotPay. Обратите внимание, что при регистрации здесь нужно будет обязательно ввести реферальный код. Если вы его не вводите, вы никак не сможете зарегистрироваться в этом проекте. В описании к этому ролику оставлю несколько кодов, которыми вы можете пользоваться для того, чтобы сделать себе первый аккаунт, а после этого уже разгонять основную ферму. Значит, что мы здесь делаем? Регистрируемся, авторизуемся. После этого нам нужно будет скачать расширение, которое будет выглядеть вот так вот. Сразу нужно будет приконнектить свой аккаунт с этим расширением, и в целом здесь оно самостоятельно подключается и тоже потихонечку начинает фармить поинты. Важно следить, чтобы network quality был больше 70%. Далее, после того как расширение мы поставили и в нем авторизовались, у нас здесь есть миссии, которые нужно выполнять, и более того, здесь ежедневно нужно заходить и клеймить вот эти вот токены. То есть каждый день заходим, каждый день клеймим. Также подключаем сюда свой Twitter, за это тоже будут давать вот эти вот поинты, которыми вы позже будете пользоваться и переводить их в какие-то токены, а токены уже переводить в какие-то деньги. Здесь у нас есть различные миссии, просто каждый день заходим, и чем дольше мы заходим, тем дольше у нас сохраняется day check бонус, да, то есть 7 дней заходим, бонус здесь будет больше, и мы можем посмотреть, какое количество миссий у нас сейчас доступно. В целом можно все полистать, посмотреть, и самое главное, проект не требует никаких вложений, поэтому однозначно заходим, однозначно майним. Даже если мы не получим здесь результат такой же, как в Grass'е, мы получим хотя бы какой-то результат, и это лучше, чем ничего. Едем дальше. Следующий проект, о котором мы с вами поговорим, очень сильно отличается от Grass'а, но зато он очень сильно похож на доксы, и называется он Pause. То есть все, что нам нужно сделать, это зайти, и проект оценивает давность регистрации нашего телеграм-аккаунта. В зависимости от этого он начисляет нам поинты Pause, которые позже опять же будут эквивалентны каким-то деньгам. Нам требуется только секунда времени для того, чтобы авторизоваться в этом приложении. Даже если какую-то маленькую копеечку здесь насыпят, это уже будет хорошо, потому что мы потратим всего секунду времени. Проект очень сильно сейчас начинает шилиться, и скорее всего это следующий известный проект после доксов. Вопрос о входе, конечно же, риторический. Никаких вложений делать не нужно, просто заходим, авторизуемся и ждем дальнейших новостей для того, чтобы получить свой дроп. Едем дальше. Следующий проект, о котором мы будем говорить, тоже из разряда тапалок, и это проект от компании OneWin. Я знаю, что многие не очень хорошо относятся к подобного рода проектам от чего-то, что связано с азартными играми, либо что-то похожее, но здесь нельзя отрицать то, что у этих ребят достаточно много денег,
человек, и в целях проведения маркетинговой кампании, я думаю, они будут готовы отдать эти деньги. Тот же Мелстрой существовал за счет денег этих ребят. Почему бы им теперь массово не раздать деньги для того, чтобы привлечь к себе внимание? Вот именно с этой целью и с такой позиции я зашел в проект OneWin и здесь буду развиваться. Так как вложения здесь не нужны и развиваться можно без каких-то вложений и без каких-то инвестиций, я решил сюда зайти и посмотрим, что из этого получится. Опять же, если хоть какой-то дроп они насыпят, а я думаю, что OneWin насыпет хороший дроп, потому что, опять же, повторюсь, денег у них уже очень много, и это была бы классная маркетинговая компания. В общем, суть моего входа в этот проект, я думаю, понятна, и я просто рассказываю, что зашел в этот проект. Вы можете повторить и зайти в него за мной, а можете отказаться и найти какой-то более интересный проект. Выбор всегда за вами, я свой выбор сделал, и я добавил этот проект в свое портфолио Tapolak, которым уделяю внимание. Ну и также в очередной раз я хотел бы вам показать вывод с проекта Taximany. Это фундаментальный проект, и давайте сразу приступим. Сейчас у меня на кошельке 24 925 рублей. Я захожу в проект Taximany, перехожу на счет вывода, выбираю Payer и также копирую номер счета. Вставляю его сюда, пишу сумму снятия, это 6000 рублей, и также ввожу свой пин-код для того, чтобы транзакция прошла. Нажимаю кнопку вывести и жду буквально секунд 5. Обычно здесь все происходит моментально. Обновляем и видим, что у меня стало 30 925 рублей. Таким образом, в очередной раз я подтверждаю вывод с проекта Taximany, в котором я уже нахожусь достаточно большое количество времени, продолжаю в нем свое развитие и продолжаю здесь зарабатывать деньги. Об этом проекте не буду говорить на этом видео как-то подробно, потому что на моем канале уже очень много видео, посвященных этой игре. Тем, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, а также подпишитесь на мой Telegram-канал, потому что именно там выходит вся актуальная информация в самую первую очередь. Только потом это попадает ко мне на YouTube канал, поэтому если вы хотите быть в курсе всех важных новостей, ссылка на мой Telegram-канал будет находиться в описании к этому ролику. А на связи был CloudGeo, всем удачи, всем профита, всем пока!